Финансовый рынок за последние несколько лет полностью изменился. Раньше на работу в нем приходилось тратить огромное количество не только времени, но и сил. Теперь все поменялось. Самые сложные операции на финансовом рынке проводятся в течение нескольких минут. Тем не менее, есть ряд проблем, которые нужно решать прямо сейчас. Несмотря на то, что финансовый рынок стал другим, в нем все равно есть проблемы, которые надо решать. И это можно сделать, если приложить определенные усилия. Проблемы вызваны тем, что в финансовом секторе до сих пор действуют классические системы обработки данных. Они крайне неэффективны перед теми новыми информационными технологиями, которые обходят их на порядок. В итоге возникает проблема несоответствия элементов системы. Чтобы решить такую проблему и был создан новый фонд, готовый показать, как нужно работать с активами и работать быстро и эффективно. Этот проект получил название Quantum. Он является хедж-фондом, который основанный командой профессионалов, работающих с активами на основе новых алгоритмических методик. Помимо этого, фонд занимается разработкой и улучшением действующих систем. Это позволяет говорить о том, что проект не просто уникален, но и высококонкурентный среди аналогичных проектов. Разработчики создали его для того, чтобы каждый из криптоинвесторов мог рассчитывать на то, что ему предложат качественные услуги по управлению своими капиталами, а также позволят получить прибыль. Конечно, для привлечения новых клиентов и инвесторов фонду нужно было предложить нечто особенное. Что касается особенностей площадки, то можно сразу отметить, что разработчики делают все возможное, чтобы новые торговые протоколы были максимально безопасны, а операционные риски сведены до минимального уровня. Помимо этого, они сохраняют и совершенствуют в ручном режиме существующие алгоритмы управления активами. Это дает возможность соблюдать все существующие правила рынка. Это позволило фонду быть высокоэффективным при проведении операций со множеством криптовалютных активов. Все клиентские активы также полностью защищены. Доступ к ним возможен только после того, как пользователь подтвердит свою личность через специально созданную систему безопасности. Дополнительный контур безопасности спроектирован на уровне протоколов доступа. То есть команда разработчиков уделяет вопросам безопасности огромное внимание, поскольку они прекрасно понимают, как сейчас используют разные схемы для обмана пользователей и инвесторов. Сам фонд с самого начала был создан в полном соответствии с существующими международными юридическими протоколами и нормами, поэтому у него есть все лицензии на работу от регуляторов и контролирующих систем. Сомневаться в нечестности фонда не приходится. Почему так много уделяют разработчики вопросам времени безопасности? Здесь все просто. От того, насколько хорошо защищен фонд, зависит его продвижение и капитализация. Чем выше безопасность, тем выше и остальные показатели, как и доверие пользователей. Можно с уверенностью говорить о том, что проект является своеобразным гибридом, где основное время обязательств взяла на себя команда специалистов, которые уже имеют значительный опыт по работе управлению разнообразными активами. Это дает гарантию того, что они будут не только сохранены, но и приумножены в высокой степени. Прозрачность, надежность и безопасность каждой операции обеспечены технологией блокчейн. С ним можно не переживать о том, что система будет подвергаться опасности взлома со стороны мошеннических структур. Данный параметр сейчас является определяющим при выборе пользователей той или иной платформы для своей работы. Если у участника системы возникают подозрения, что система ненадежна, он уходит на другую платформу. Поэтому надежность и безопасность проект уделил особое внимание этим показателям. Все, кто работают на нем, могут быть уверены, что их активам ничего не угрожает, и все транзакции будут проводиться в полном соответствии с действующими стандартами прозрачности и безопасности. Еще одним преимуществом можно назвать то, что платформа использует множество разных алгоритмов, каждый из которых проходит проверку в алгоритмической и в ручном режимах. В этом и помогает опыт самых опытных трейдеров цифрового рынка. Они после проверки данных бирж формируют кластеры информации, проводят их тестирование и лишь после этого они уходят на рынок. Все это позволяет пользователям надеяться на то, что торговые операции будут качественными, а прибыль для пользователей высокой. Ведь никто не хочет терять свой доход и остаться с пустым депозитом. Хедж-фонд и нацелен на то, чтобы все участники могли рассчитывать на высокий доход. Хотя многое зависит от того, насколько опытны сами участники торговой сделки. В итоге можно отметить, что с самого начала команда разработчика выбрала интересную стратегию по продвижению своего продукта на рынке. Конечно, у него будет множество конкурентов, так как цифровая экономика не стоит на месте, и разработчикам придется принимать определенные усилия для того, чтобы остаться на вершине. Остается только пожелать им удачи и рассчитывать на то, что команда сможет выдержать все испытания, и они смогут показать всем участникам системы, как можно работать и получать достойную прибыль. По мере развития проекта в него будут доставляться все больше функций, что позволит привлечь новых участников в проект и расширить его присутствие на глобальных рынках.